Вы знаете, я обратил внимание, что вы, когда говорите о коллегах, вы никогда не используете слово «актеры», а говорите «артисты». Вам слово «актер» кажется интенционно неверным или в чем дело? Знаете, у меня мастер Вячеслав Сергеевич Шалимов, который был еще в Ярославле до Захарова, он нас как-то, знаете, приучил, что актер – это как-то исполнитель, а вот артист – это художник. Артист – это есть художник в оригинале, да. Ну вот поэтому как-то мне больше нравится, когда вот я артистка все-таки. А у вас есть в профессии кумиры? То есть люди, которыми вы вот восхищаетесь? Да. Кто это? Татьяна Друбич. Татьяна Друбич? Да. Вот вы меня поразили сейчас. А объясните. Я имею в виду кумиры, знаете, и в профессии, и в человеческом плане. Ну, которые вот даже вот это, ну, женщина, артистка, врач, врач во всех смыслах, которая помогает невероятному количеству людям, которая занимается хосписами, которая имеет встречу со смертью, знаете, это для меня и может быть при этом оставаться легкой, светлой и нести свет. Она потрясающий человек. Вы знакомы хорошо? Да. А у вас вообще много людей в среде? Ну, я имею в виду, когда я говорю среда, я имею в виду богемную. Там, не знаю, художники, актеры, артисты, режиссеры, с которыми вы дружите. Не работаете, не вступаете в коммуникацию в силу служебных обстоятельств, с которыми вы просто вот дружите? Ну, немного. Я могу сказать, что у меня нет много друзей. Угу. Их быть много не может, в принципе. Наверное, на Фейсбуке их там очень много. Да. Да, но вот так вот лично. Я дружу с Дашей Кимасовой, например. Она мне симпатична как артистка и как человек. И как женщина, да. И я почему-то, ну, просто прониклась. Мы вот снимались как раз в Киеве, в Одессе. Это такой сериал «Влюбленные женщины». Скоро он тоже должен выйти на экраны. Вот. И тоже у нас четверо, там и Катя Климова, и Равшана Куркова. Или Куркова, как она. Вот. Очень было здорово. И также подружились. Но просто у нас у всех такие графики, у всех семьи. И очень сложно, на самом деле, встретиться в Москве. Вам приходилось разочаровываться в людях? Опять же, не в профессиональном отношении, а в человеческом. Я знаю, ну... Вы знаете, нет, пожалуй. Потому что я все равно оставляю шанс для человека сделать что-то для того, чтобы исправиться. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».